Боли в шее, боли над лопаткой, боли по одной стороне головы или обхватывающие обручем. Все эти ситуации знакомы, широко распространены, и к ним выработано такое, ну, никакое отношение. То есть, ну, иди попей таблеточек, у всех такая проблема. На самом деле проблема гораздо глубже и серьезней. То есть, бледные губы, нарушенный цвет лица, сниженная работоспособность, нарушенный сон. Все эти вещи напрямую связаны с болями в шее, и покажу как. Три группы мышц. Подъемник лопатки, лестничная, грудина, ключично-сосцевидная. Между ними, как между вот такими трехсекционными ножницами, зажимаются спереди нервный пучок, отвечающий за работу сосудов, питающих голову, а сзади нервы, которые идут на кисть. Онемение пальцев из-за этого еще возникает. Так вот, если вот здесь сбоку шеи спазм, а проверить спазм очень просто, достаточно попытаться помять, и мышца должна быть мягкой. Если она не мнется и больно, значит спазм есть, даже если вы в обычной жизни не чувствуете. Под ним, если этот нерв, точнее нервное сплетение раздражать, то есть зажать его, как на кнопку нажать, то нарушается сразу же работа вены еремной, а их всего две. Они отвечают за отток крови от головы. И, соответственно, сонных артерий, питающих большую часть головы, то есть две трети кровотока поставляется этой артерией. Нажимаем вот на эту кнопку, и все кровоснабжение нарушилось. Нарушается цвет лица, как я уже сказал, губы, работа мозга и дальше-дальше. И наоборот, если я руками выравниваю шею, расслабляю вот эти мышцы, выравнивается позвоночник, линия плечей одновременно с этим, перестаем мы нажимать вот на эту вот кнопку, работа сплетения нормализуется, нормализуется работа сосудов. В результате женщина с этого получает яркие губы, яркие глаза, ровный цвет лица, жировой баланс кожи восстанавливается, сам даже ухаживать не нужно. Оздоровленные луковицы растят волосы такие, какие вы всегда мечтали. Я серьезно говорю, не шучу. И при этом усиленная подача крови в голову дает работоспособность, эмоциональную стабильность и качественный сон. То есть вы сильны, бодры, полны сил энергии, уверены в своей привлекательности, можете достигать чего хотите.